Всем привет! Мы снимаем продолжение наших новогодних подарков. Вот такие подарки еще Дед Мороз подарил Никусе. Что это у нас? Расскажешь? Да, это доска знаний. Чтобы учить буквы, учить слова, учить цифры и рисовать даже можно. А это что у нас с тобой? В другой коробочке. Это что? Что это? Игра! Это вот такой театр, волшебный театр на магнитах, как раз для нашей доски. Там доска магнитная, и можно будет играть на этой доске. Сейчас мы все соберем и покажем вам. И покажем, да? Собрали доску. Вот с одной стороны она грифельная. В набор также входят мелочки. Мелочки. Давай, держи. Маленькая. Ну давай, порисуй. Я маленькая. Так, это что ты рисуешь? Что это ты нарисовала? Море. Море? Это пальма такая, да? Высокая. Высокая-превысокая. А давай перевернем. Ты умеешь переворачивать? Переверни доску другой стороной, магнитной стороной. Давай мне мелок. Переворачивай доску, переставляй ее другой стороной. А на другой стороне белая магнитная сторона. В набор... Да, там мелками рисовать. В набор входит вот столько много букв. Тут и русский алфавит, и английский алфавит, и буквы, и цифры, и знаки математические. Плюс еще добавим. Давай добавим, поиграем. Плюс, да. И плюс кто? Плюс друзья, да? Хорошие детки. Хорошие детки, да. А давай мы откроем театр и покажем его всем остальным деткам. Какой у тебя замечательный театр подарил Дед Мороз. Мы обязательно с Никой выучим буквы и цифры. А сейчас мы вам хотим показать вот такой магнитный театр «Репка». Театры есть вот такой фон. Сейчас мы его к доске магниты приклеим вот таким солнышком магнитиком. И солнышко здесь у нас будет. Вот так. Видишь, какой фон? Также есть книга с ролями. Держи. Вот столько много героев. Сейчас мы всех их наклеим и поиграем немного. Так. Ника. А ты помнишь сказку про репку? Да. Тяну, кто репку первый? Кто, детка? Дедушка, да, тянул? Да. Держи, дедушку ставь возле репки. Ставь возле репки, да, вот так. А кто дедушке помогал тянуть репку? Бабушка. Бабушка, правильно. Держи бабушку. Да, детка за репку, бабка за детку. А кто бабушке помогал тянуть репку? Детка! Внучка! Внучка! Держи внучку. Она совсем маленькая. Да, маленькая, конечно. Вот так. А кто внучке помогал тянуть репку, ты помнишь? Она тоже будет другой. Жучка, собачка. Жучка. Держи жучку. А то вот жучка. А то кто такой? Ну,
Вот так. А кто жучке помогал тянуть репку? Кошка! Кошечка! Давай тебе кошечку? Сейчас дам тебе кошечку. Держи. Держи кошечку. Она будет жучить. Хорошо. А кто кошечке помогал тянуть репку? Мышка. Мышка. Конечно, мышка. Как мне называется собачка? Жучка. Держи мышку. Мышку держи. На какую букву? На букву М. На такую? Вот так вот. Ника, тебе понравились еще подарки от Санта-Клауса? Да. Да? Ставьте лайки! Подпишись на канал. С Новым годом!